И всем привет, с вами Илья и Ваня, и мы сегодня проходить будем Clash Royale. Хотя я его когда-то уже проходил, но это продолжение будет. Только с Ваней уже. Так, Вань, в бой пойдем? Или как вместе друг друга? Мы сейчас на самом деле приехали после моря. Или на Черном море там. Так, ладно. Че, дружеский бой? Сейчас мы сохраним с ним дружеский бой. Давай. Ты на второй выбрал? А, ты же выбрал. Конечно, он выбрать, он все взял. Там ого-го. Его еще. Так, сука. Сейчас главное не дать ему лизнуть. Если дадим ему лизнуть, будет хуёво. Мразота конченая, сука. Его рот ебал, блядь. Его всё ебал, блядь. Сука, мразь, блядь, конченая. Знаете, вот мразот, блядь, вот он со мной сейчас сидит, блядь. Конченого, блядь. Сука, напишу на видео, сука. Конченый победил, блядь. Так, ладно, я в бой, блядь. Сейчас какого-нибудь другого лоха будет, блядь. Ну, ну чисто тоже после моря. Там ты можешь уже ебаник, смотри. Ага.
ты, блядь? Слушай, ребята, короче, как встретите этого пацана, ебальник, вот нормальненько-то, блядь. Подрежьте немного, блядь. Да вот не сейчас, а вот прям сейчас, вот они уже идут, мне кажется. Я ебал того, вот. Да у меня хуй там ничего. За нее просрал, нахуй. Да, блядь. Как с тобой, нахуй. А, блядь. Чувак, ничего не делал, мне там, блядь. На, ебать, легко было. Конечно, ебать. Не только ебанутый, еще и осел, блядь. А как тебя, ебать, еще назвать? Блять, ёбаный рот, сука. Ребят, короче, пишите в комментах, как вы мне, блядь, делать нахуй. Эту, блядь, армию, нахуй, из колоды. Потому что я заебался, нахуй. Этому даже ослоёбу даже просрал, блядь. Нахуй, блядь. А таким просирать, блядь. К себе, блядь, не дорожи. Так, может вот это взять? Попробовать. Это что-то новое, ребят. Битбоксер. Напишу так, битбоксер играет в Clash Royale. Тебе нахуй надо просто прохождение Clash Royale, да и все, нахуй надо, блядь. Все равно не парится, блядь. Ваня даже не парится, он, блядь. Сиди, человек. Иди на море, он тоже так сидел. Не, не про это, наоборот. А что? А? Потом сделаю отдельный обзор по битбоксу. Буду просто битбоксить и все. А вы оцените как нормальный, но я просто начинающий, я недавно начал битбоксить. Он пиздобол. Какой бог, да, правильно. Да ладно, 4 месяца, если по правде. Если Ваня сейчас вам скажет, там 5 лет, блядь. Нет, он год. Год, не стесняется. Если вы не знаете, что Ваня тоже битбоксер. А пусть он просто замучит, он просто сейчас не хочет, но и желания нет. Если что, буду делать некоторые звуки по обучению там. Если что, я учился у таких ребят, как Юра битбоксер и Лукаш Кинг битбоксер. А, добро. Нормально, подожди. Я не знаю, это так не делать. Давайте, ребята, я уже в рот выйду, давайте. Вот давайте просто поставим сейчас на паузу, я вам. Ладно. Это просто честь победы, честь Ванька. Отсосете у меня. Так, ладно. Сейчас, ребят, как ведьма стоит, принц. Принцуху. Вот это нормальная кода, мне она понравилась. Гигант. Есть этот, есть гигант. Гигант. Ебанутый, он гигант, блядь. Не, кто там еще? Это есть? А, это еще дура. Так,
Дракон есть. Зеркало надо чем-то заменить. Чем там Валька? Валюха. Так, дракон у тебя все, да, вот такая? По-моему, да. Да, да, вот такая же. Да. Да, такая же. Все, давайте, ребят. Поза. Ебанутый я, блядь! Пиздец! Давайте, блядь! Посмотрим, как Ваня играет, блядь. Если Ваня меня сейчас вот, сука, подведет, ребят, я вам дам адрес, сука, его дома. Это против меня. Так, играй. Я съем, нахуй. Вообще, ребят, Ваня будет... Ну что, я забыл оттуда, начинаешь эту игру. Я тебя начинаю. Ага, блин, начинаю. Мне меня секунду пиздили. Посмотри. Кстати, Валька сейчас тебе помогала. Кинь Вальку. Видишь, она уже говорит. А, так она трахаться хочет, похоже. Смотри. Большая пять. А у меня он тоже, один понт, не такой, нахуй. Медленно, он не блядь, чем это. Он, блядь, любые мои письки, нахуй. Ты там по фотку потом посмотришь. Это моя колонна. Ну, оборону ты держишь. Я тебя держу, блядь. Вот эту хуйню они чисто кидают, блядь. Ну, что нечем ему убиться. Сейчас ей будет Б, нахуй. А если ты... Я же говорю, что ей будет Б, нахуй. Стоп, смотри. Ну, красно, блядь, я не да, я это, блядь. Да, ну, не то, блядь. Да, блядь, я не знаю, я не знаю, блядь. Я не знаю, блядь. Я не знаю, ускорение идет на 2. Не, ну там помогает. Ну тебе, Ваня, нужно было так сделать, когда мы были видим, как терминатор был. Помнишь, как я его? Ты смотрел терминатор, я там на 2 уже. Может, банан, как бы. Что там было, что ли? Быстрее. Я тебе дебил, я не выиграю, нахуй, я там уже. Я дебил, нахуй. 5-2 нахуй, 1 нахуй, и все, блядь, выиграл ты, не следи, блядь, 0 нахуй. Ты, блядь, я жжет он, блядь, морозотый, блядь. Да, это вот гандон. А почему, жалко тут писание нельзя было. Я бы написал, отсоси мои яйца, блядь. Давай я против меня. А ты бы написал бы ему, пососи мои яйца, блядь. У тебя сидим. Я сразу его. Я просто на Ваню обиделся. Что, радость? А? Радость. Да чё, хули мне радоваться, блядь? Что, мы письку пососали? Да. Да. И 4 пердуна. О, нормально, я переколол. Я съел. Сосёт это колоду, блядь. Там 4 яичка, нахуй. Понял, блядь. Всё, ребят, всем пока.